Всем привет, Краснодар! С вами Дим, такси на связи. Со Смола прилетел заказик в порт. Вот, в общем, сейчас летим, потом дальняя подача. 5 километров дальняя подача у меня, в общем. И полечу я на Красную площадь. В общем, заезжаем в порт. Здесь повторный выезд в течение 40 минут после выезда платный. Ёбушки, воробушки. То есть 15 минут вы можете спокойно здесь находиться. В общем, получаем карточку. Долетел я с аэропорта на Красную площадь. Сумма поездки у нас получилась 726 Спасибо рублей. За поездку. Вот она, сумма наша. Нормально вообще. Время в пути 40 минут. Так что поехали дальше работать. В общем, сделал 2 заказа, заработал 888 рублей. Странное число, конечно. Ребят, важная информация. Пришла смс-ка о том, что сейчас заработаете бонус 4000 рублей. Выполните 142 поездки и более в Краснодаре с 6 апреля по 12 апреля включительно. Если кто умеет считать, то берем 4000, делим на 142 поездки и получаем 28 рублей с каждого заказа выполненного. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Но смотрите, фишка в чем. Сделали вы эту персональную цель, в итоге они вам платят 4000. Да, все хорошо, нормально, 4000 вы получаете. В итоге с 4000 вы платите комиссию Яндекс.Такси. Это не самый вариант такой поработать. То есть, представляете, один заказ к доплате идет 28 рублей. Да, вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но вы должны работать неделю подряд. А зачем она мне нужна? У меня график 5-2, так что мне насрать на эти цели. У меня все по кайфу. Сколько бы этих целей не было, 4000, они никакую роль не играют. Так что кто их выполняет, тот работает именно по-другому. А я, как человек, который работающий на своей машине, не буду выполнять. Буду работать в свой удовольствие и кайф. Потому что нужно выполнить минимум 25-26 заказов за 12 часов. Те, кто выполнит персональную цель 4000 рублей, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Там я, чувак, там выполнил 4000 рублей. И обязательно мы с вами посчитаем комиссию и сколько в итоге получилось чистыми у вас. Сколько затрат по бензину, сколько пробег и все остальное. Так что давайте. Чуть-чуть передохнули. Сейчас кофе попили. Начинаем работать. Нажимаем кнопочку на линии и ждем первый заказ. Стоим на Красной площади. Первый заказ, наверное, будет куда-нибудь в сады, в огороды. В общем, прилетел мне заказик. Поедем с Покрышкина 34 на Пушкина в центр, я так думаю. Умеете? Могете просто. Сейчас посмотрим. Да, в центр. Отличный просто заказ. Вообще, Wayne French. Сейчас звоним пассажиру, уточняем, куда подъехать. Алло. Алло, здравствуйте, а куда мне Алло. Подъехать? А, к Макдональдсу. Макдональдс? Да, да. Все, хорошо, сейчас буду, через минуту. Клиент ожидает меня на Макдональдсе. На Красной площади. Масочка! Что я вижу, господи? ДТП здесь. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Просто, серьезно. Как вот так, братан? Видите? Вообще, сильно. На парковке прям пахнули пыжика. Так что надо быть аккуратным. Знак есть, уступить. Значит, надо уступать. Иначе вот такой Вася на шестерке тебе засадит так по самые помидоры. Будешь потом переживать за свою ласточку. Заказик был у меня с Красной площади на Пушкина, но клиент изменил точку, когда мы ехали уже по Дзержинке. Он поставил точку на Березанскую. Ну и сумма поездки там вышла 210 рублей. Ехал я по времени примерно 15 минут. Ну, я думаю, это отличный результат. Итого сделано 3 заказа 948 рублей. Поехали дальше работать. Заказ пришел с Филатова. Едем на мост поцелуя в центр.
Следующий заказ прилетел с центра, поедем в центр. Я не знаю, сколько там по деньгам будет, но в общем плюс 40 сейчас стреляет. Был, конечно, дальний заказ, но я отменил, потому что смысл сейчас подавать я не вижу. Сделал я, в общем, 4 заказа на сумму 1462 рубля. 4 заказа – это отличный результат. В Краснодаре начинаются пробочки. В общем, смотрите, все увидите. Ребят, ну в общем, приехала в центр. Поездка длилась у меня 10 минут. Заработал я 117 рублей. Выходим на линию и полетели. Я после каждого заказа снимаюсь с линии. Это для того, чтобы поднять мотивацию, кэф и все остальное. Чтоб я с кэфами ездил. Поэтому, ну или чтоб мне заказы в спину не бросали. А так раз, нормально. Вот гимназическая, поехать куда? Заводская. Да, вообще отлично, нормально здесь. По центру чисто кататься. В общем, ехали мы 10 минут, заработали 123 рубля. Сейчас вот попьем кофейка. Пробка 7 баллов. Жесть просто. Как видим, пробочка 7 баллов. Выходим на линию, начинаем работать. Сейчас вот посмотрим, что нам здесь прилетит. Фартанет, не фартанет. Красная 160. Да вообще отлично, братан. Вообще шикарно. Заказы по центру постоянно. 16 минут доехал, 114 рублей. Пробка увеличилась, 8 баллов. Так что я не знаю, как работать. Ну, попробуем. Чё. Сумма поездки была 350 рублей. Ехал я ровно час с галереи на героев-разведчиков. Сейчас бензин заканчивается, надо поехать заправиться. Планирую 10 часов примерно поработать. Ребят, ну мы заправились, в общем. Сейчас вот стоим в зоне кэфа. Не знаю, сейчас посмотрим, что у нас прилетит. В общем, надеемся нормально что-нибудь зацепить. С табачки на галерею. Отлично, полетели. Заказ у меня был с Восточки. Приехал я на галерею. 170 рублей получилось. По времени 10 минут. Следующий заказ упал с галереи, поедем по центру. Еще одна минималочка на 119 рублей, время в пути 5 минут, отлично. Сейчас должны вот стрельнуть кэфы нормально, мы стоим в центре, и мы сейчас будем здесь чисто по центру покатаемся. Ну, если, конечно, нас в жопу какую-нибудь не закинет. Попробуем, пока я вижу конечную точку, поотказываться от заказов. Сейчас покажу, какие кэфы. Стоим в центре. Коэффициенты у нас идут, все нормально. Сейчас кайфы закончатся, переведемся на безнал, чтобы нариков, алкашей не катать всю эту нечисть. Постояло, в общем, минуту, прилетел мне заказик. Поедем с Фрунзе на гаражную, по комфорту. Заказ был с Фрунзе на гаражную 79. В общем, по деньгам мне вышло 152 рубля, это комфорт был. Ехал я 6 минут. Такая история получилась. Приходит мне, в общем, заказ в спину и пишет 5-6 километров подачи. В итоге они через секунд 10, может даже 5, отменяют, но у них была платная подача. Что это означает? Когда приходит заказ, в заказе указывается синим цветом вверху или внизу, я не помню. Платная подача там плюс столько-то рублей. Потом заказик прилетел. Получается так, то, что написал техподдержку, они мне ответили, знаете что? Если бы вы отметились на месте, то тогда бы они вам начислили. А так вы не доехали до адреса, вам начислено ничего не будет. Что это означает? Это означает то, что если клиент заказывает с платной подачей, вы ни рубля не получите, потому что вы не были в зоне рядом с клиентом на месте. Так что знаете. Что-то непонятно, эвакуатор стоит. Тачки, походу, забираю. Ребят, ну в общем я завершаю свою смену. Я поработал сегодня с 2 часов дня до 12 часов ночи. Сделал я 20 заказов на сумму 4068 грязью. 3371 у меня получилось с вычетом Яндекс.Комиссии. Сейчас я в другом парке работаю. Вот. И у меня комиссия парка 0,6%. Это 24 рубля за 20 заказов. Это вообще тема. Комиссия Яндекса 672 рубля. Пробег у меня составил 150 километров. Так что, если кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. В общем, всех обнял. Давайте, всем пока.